Все, стрим запустился, ребят, всех приветствую, с вами Левша. Объект откуда, могу откуда взять? Сколько этих жетонов ты нафармила? А ты вообще донатила. Их не тратила? Я вдонатила, мне нужно было открыть эти. Кстати, как вам новая система картошки? Просто вообще все продонатить не, можно. Вы такая, так, короче, чувак, подожди, битва блогеров прошла? Черный рынок прошел. Коробки прошли. Так, да, сначала коробки, потом это битва блогеров, черный рынок. Так, что-то до хера у них серебра и голды, короче. Надо бы их ошкурить маленько. С другой стороны, понимаешь, что они делают? У тебя любая игра умирает, когда у тебя переизбыток экономики в игре. Вот. Ну, и... типа слишком много ресурсов. Да, когда у тебя много ресурсов, тебя люди забивают на игру. Это вот, это знаешь, из разряда, если сейчас всем сказать кнопку выдать мне все оборудование, все танки, люди такие, да, но конечно. Но они же сами к этому подвели, они просто слишком много ивентов, просто изобилие ивентов всяких активностей везде, где... Они с одной стороны хотят... А потому что это деньги, усидеться... чувак. Да, они хотят усидеться на всех стульях. С одной стороны, хотят удержать онлайн всякими активностями. С другой стороны, это приносит... Чтобы эта активность оправдалась, надо, чтобы что-то люди получали. А люди это получают, и картошки уже становятся по экономике невыгодно. То есть пытаясь удержать аудиторию, становятся на горло экономики. Там какой-то был экономики. Недавно аттракцион невиданной щедрости от Wargaming. Все такие вау-вау-вау, но экономика это, конечно, просадило дико. Да, я тут не помню, что это было за мероприятие, вот прям буквально недавно. Премапали вроде что-то. Слушай, я даже, знаешь, представляю себе, как два у них соседних офиса, которые отвечают за заработок и которые отвечают за удержание. Знаешь, они друг друга там шкурками от бананов кидаются. Там, да вы твари, мы тут только-только все выровняли, опять свои ивент завезли вонючий. Если запустить вот этих, кто чисто отвечает за монетизацию в плане, ну, заработать. Я думаю, все, пиздец, игре сразу будет. Просто ты привязываешь свою карту банковскую, нажимаешь кнопку в бой, тебя списывают 10 рублей. И ты такой, а что в смысле? Не, ну вот это, получается, я не говорю, я вчера говорил, что вот есть фильмы выпускают, короче, первая часть какая-нибудь прикольная, вторая часть какая-нибудь прикольная, третья тоже ничего, а четвертая говно выходит. И с боевым пропуском. Первый прикольный, второй прикольный, третий прикольный, а четвертый на тебе. А четвертый в семье не без урода. А я вчера вдонатил 45 тысяч, я просто все сразу сходу. Не, я взял два, потому что хотя бы хоть какая-то мотивация была третий выполнять постепенно. Я тоже сведен. А, блин, чтобы кранваген выехал, сейчас запакуем его. А кранваген выехал. Удас мой. Целю. Кранваген светишь, да? Я удас свожу. Удас мой. Блин, не попал. Я тоже не попал, бля. Ребят, попадайте. ФВшка моя. ФВшка моя, если видите. Нет, ничего не вижу. ФВшку не вижу. Я чуть он горбил ушел. Удас завижу, да, я видел. Когда решил помочь. Вообще 800 кп. Да, она мне тоже. Ребят, давайте нормально. Отметка 85, конечно, уже 70, да? Спасибо за помощь, ребят. Спасибо, ребят. После второго боя, до свидания. Я пойду, короче, сама покатаю. Да, для зрителей, кто не знает, ребят, мы вот пришли помочь. Арта убила экипаж кранвагена, впервые вижу такое. У меня на Мантикоре убила экипаж. 1300. Ясненько. Короче, смысл в чем? Мы помогаем Ангелине взять третью отметку на ТСТЛТ. Видно патана, Левша, давай. Это твой, да, Геля? Все мое, М60. А я прожат, а ты патана. Я не пробил только. Хорош. Как это не пробил? Ой, 300 просто как с куста. Я же тебе говорил, Гель, сюда надо ехать. Гель, свети дальше, там тебя же едут. Свети. Еду, это я свечу, все нормально, все мое. Бля, что-то у него хрустло. Левша, вот это твой рабочий, по идее. Да. 704, с кем-то уже делю. ТВПшка моя, ТВП моя. Ничего страшного. Пересложи свой ТВП. Попробуй ТВП дать. Дал. Хорош, бля! Что ты такое? Ты что, два пробития дал? Да, ну у меня уже 3500, дядь. Свети, Гелли, свети. Свечу, это все мое. Просто два выстрела, 3500. Давай. У меня 5400 урона, кстати. Беги сюда. Все, ребята, огонь. Сколько суммарки? Может, за ротой? Суммарки 9000. Слабо. На монастыре. Понимаю. Бля, а получается профессионал или что? Не понял, чешок. Так я тебе говорю, блядь, нам надо с тобой объединяться и, собственно... Вам нужно за деньги другим отметки делать. Сделайте джову ради бога. Не, я про другой, Владик. Он уже бедняга там... А, не, он же сделал отметку. Короче, в Минске будешь протестируем, Влади, насколько тимплей работает? Возьмем четвертую отметку, первую. Или я приеду к нам в Одессу в гости. Свети, Гель, ты пропускаешь. Сейчас. Она в засвете. Я понимаю, сейчас. Но нельзя вот именно этот. Все. Ну там уже вряд ли кто-то будет. Ну там да, типа. Вон, нет, вон. Ой, ты мой Ой. Мало смог пробить, считать. Да, ты мог. ФВшка промазала по мне, Ну это хорошо, Левша, что мы по одному стреляли, потому что кто-то мог промазать. Ну да, но я ФВшку стрелял сразу. Нормально. Высокие отношения с широким человеком ты имеешь в виду, да?
затрахал этот ракет. Ну, кстати, да, есть такое. Весь бой испортился, сука. Да, он спрашивает, правда, что гелия сантиметром встречается? Говорю, нет, наглая ложь. Мы просто женаты. И трахаемся, да? Но встречаются, нет, мы даже не трахаемся. Потому что он в Твери, я в Москве. Я его зову, говорю, сантиметр, приезжай. В Москве квартира есть, место есть, все найдем. Говорю, пожалуйста, ну там, встретим не хуже других. Знаете, что он мне говорит? У меня есть парень, да? Я, говорит, не приеду, потому что, чтобы ехать в Москву, мне нужно ехать дня на два, на три, чтобы ее посмотреть. А еще мне нужен телефон, чтобы постримить оттуда. Короче, знаете, вот эта бабская логика просто. Купить себе PlayStation 5 ради танков. Это вот как бабская логика. Купить себе какую-то шмотку Прада, а потом ныть на нее. Я правильно понимаю? Чего? Кибербуллинг 19 сантиметров, я правильно понимаю? Кибербуллинг, да. Да. Мне просто кроме мозольки не с кем больше о сантиметре поговорить, а тут вот люди появились, классно. О, мозолька любительница сантиметров ищет, а она в секс-шопы ходит, насколько я знаю. Серьезно? Ну да, она покупала себе плетки какие-то. Нормально, да? Она сама говорила. Она, когда мой арсенал увидела, она прям это, говорит, а можно я у тебя жить останусь? А это точно базука? Да, да. Поэтому сантиметр и не приехал, побоялся застропонить. Кстати, да, наверное. А это точно поезд, да? Блин, почти попал. Ну, я так же хотел, кстати. Я попал. Да только у меня чуть-чуть. Радик ушел в ангар. Радик 0080, Радик. Уничтожен. Поэтому я буду как типичный Алёша стоять на одной позиции и никуда не поеду. Да я даже рыбку. Шах и мат просто. Геля, ты как относишься, ну, занятие... Секс ради здоровья. Ну, просто, ну, как бы. Секс ради здоровья? Ну, просто, да, чтобы немножечко дольше прожить, так сказать. Не один. А почему ты у меня интересуешься? Не, мне просто интересно. Жительство Гели, да? А с каких это пор тебе это интересно? Не, подожди. Мне просто стало интересно. Это все после киберспорта, после 2017 года у тебя вопрос назрел, а ты его не задавал, или что? Не, вот только сейчас почему-то в голову мне этот вопрос появился. Не, просто я думал, может, тебе здоровье надо подправить. А ты можешь помочь или что? Девушка, лишних годов жизни не желаете? Лишних годов жизни. Ну, я хорошо к этому отношусь. Ну, ты здоровый сейчас, нормально? Это же вопрос про другой. А это уже другой вопрос. Не будет ли здоровье у него, да? Сейчас мне здоровье закончится. Я задам другой вопрос, а тебе здоровья хватит, Димась. Вот я к чему. Да. Это вызов, это челлендж получается. Это челлендж. Ну, если будешь одна... Три отметки на здоровье. Если будешь одна, то хватит здоровья, так? Если ты будешь, например, сантиметром, то не хватит. А зачем нам сантиметр? Пошел вон, юродивый. Зачем нам сантиметр? Ну, мало ли. Сантиметр куколт, он типа... Постоянно... Унижение сантиметров, понимаю. Просто дело в том, что сантиметр постоянно смотрит, как я с кем-то катаю. И каждый раз, когда я его зову... Каждый раз, когда я его зову, прошу помочь с отметкой или прошу там прокачать что-то, он идет. И по моему засвету он никогда не стреляет, принципиально. Он говорит, что мне вот типа здесь неудобно, там неудобно. То есть он просто мотает мне нервы. Вот поэтому он и не попал в клановую потасовку в состав, да? Хорошо, просто вот сейчас всё. надо постараюсь, сделать. Постараюсь, да. По твоему засвету или нет? Нет. Так ты в упор стрелял. Ну, мало ли. Ну да, блин. Может, он не увидел меня, я его. Может, глаза мочой заплыли, да? Да всяком будет. Так, Гелендваген, только ты сильно далеко туда не уезжай. Да, вот здесь. Давай только, чтобы не сильно глубоко. Мои ребята, 57, хэви, СТБ. А, ну ясно. Да. Пока никак. Все, Геля, мы тебя закрыли. Спасибо, ребят. Вы такие молодцы! Миротворец прислал донат, пишет, встретились два друга на вокзале, говорит, видимо, не виделись давно, долго обнимались, говорит, целовались, пока не встал в одного хуя, говорит, хорошее настроение. Хорошее настроение. Сейчас ты здоровлен. Ну вот, Рид задонатил, написал, Биба и Боба, два свистоплета стоят друг друга. Есть пробитие. Классно, классно. 1636, нормально. Где же ваши пробития? Это были раньше, а? Ну, пушка не поднимается. Домой. Отлично, спецотряд. Да, домой. Я наверх поехал. Давай, я внизу останусь с ружбайки встречать. Останусь с пеплом на руке, да?
Да. Гель, что там? Останусь каменем в глазах. Да я вот просто думаю, может, я тебе мало задонатила, там, не знаю, вот я сижу анализирую. Как бы вы просили проанализировать, я вот тут вас сижу анализирую. Ну, не вслух, правда. Думаю, может, я там задонатила мало, занесла что-то мало, там, не знаю. Не держи в себе. Думаешь, хорошая идея? Да. Димон, как думаешь, я его пробью? Да. Я не свечусь, я не свечусь, я вижу. Да это понятно. Короче, готовься, что 21-й будешь убивать. 26-й меня сам убью, а ты 121-й еще. Хорошо. Это классика, все знают, что левша начинает играть только тогда, когда шотная остается. Нормально. Да-да. Он фугасом, боже, что? Это ты называешь фугас? Вот что фугас. Ты жалок, друг. Да. Вот это я понимаю фугас. Если 121 будет... Ага, все, вижу. Ну что, Димон? Я КД еще хорош. Ну, он тоже КД уже в этом бою. Просто разорвали, ребят. Ставьте лайк. Просто ставьте лайк. Позвала Геля, блядь, двоих помощников. Нихуя не по засвету не попадал. Вообще, поставьте им лайк, потому что за 452 на света надо прям лайк поставить. Поставьте им лайк прям огромный, жирный такой. Вообще, поставьте им лайк. Причем сука, каждый стрим к ним приходите и лайки ставьте. Да, да, это лучшие помощники. Это лучшие помощники. Таких больше нигде не найдешь. А как в этом мультике и так сойдет? Как они там говорили? Ладно! И так сойдет. Нет, это говорил этот мальчик, а там были помощники, как они? Ого! Что не говорили? Вы что это за меня еще есть будете? Вот реально. Слушай, Геля, а у меня мастер, кстати. Мне мастер. Давайте тоже... дружно поздравим Влади с мастером. Я тоже мастер получил. Серьезно? Да. Геля, 600 урона, 500 на свет. Помощники. Гелика, помогите мне по засвету. Я скоро просто посмотрю на это и как чайка вот так вот. 9000 урона. У Гели 500 на свет. Позвала. Не, на самом деле в этом бою как бы... Виноват ёбар, который мне заруинил все, что мог. В городе разве? Да. Если в малом городе, смотри, тебе лет 12 будет, короче, я тебе разрешу в компьютерную игру поиграть. Знаешь, какую игру? Какую игру? Эпоха Империи? Он такой, ну, нет. Ну, бать, бля! Ну, нахера! Ну, ты чё, бля? Я говорю, хотя бы думать башкой будешь своей. А ты ему не разрешаешь компьютерные игры играть? Так он не играет, у него нет компа даже. Да тут себе там купил 3080 там, блядь, лучшие процессоры там, блядь. Малый, не-не-не-не-не, давай, жди, блядь. Он с копчащим телефоном даже гоняет. Отлично. Ну, зато нормальное детство у ребенка. А потом ты удивляешься, почему у тебя кот постоянно в тапке срет, да? А это не кот, это Малый. Да, все мое, все мое. 1838, держу в курсе, Гель. Не, я видел, да. Да, 89 мой. Я третий, 703 это какой? Я третий мой. Гондон, он блайнд кинул. А то, что ты ему фугас объебал на 800, тебя не смешает, ты ему в брючок попал. Это другое. Блин, ёбра как-то прогнать надо. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та-та, это другое, пикчерс. А где этот ЕБР? А можно цвет ЕБР? Вон он. ЕБР светится, левша. Я в это время чат, блядь, посмотрел. Хорошо, я могу. Помощник. Блин, пожалуйста, не смотри чат, Дима. Так я в тайминг отвернулся и в тайминг помер. Да я уже не выживу, скорее Геля, всего. Геля, ты засветила СТБ? Да. А, Геля, толку нет, потому что я все равно не свелся еще. Но здесь пропустили этот. Я просто поинтересовался, мне было интересно, это ты засветила или нет. Гель, говорит, ты как-то в меме мне хочется плакать. Гель, ты засудил, да, я, ну... Интересная информация. Пользоваться я ей, конечно, не буду. Такое чувство, что мы с Влади решили собраться на бабах поиграть, и такой, блин, чтобы реально было приятно во взводе играть. Ну вот, Ангелина круто зайдет, ну да. Хорошо так. Хороший голос, приятно смотреть, да? Все, че?
Хороший голос. Главное, это на полэкрана сиськи, а Блади и Левша отвлекают тупо смехом. Нойс, нойс. Смешные сиськи, получается. Наша команда называется «Смешные сиськи», ребят. Смешные сиськи, да. По всем регионам вашей страны. По факту. Поднимем регионы. Да, и не только. Поднимем с колен, не вставая с колен. Сиськами не только регионы можно поднять, если ты понимаешь, о чем я. Акс эффект, ты имеешь в виду? А, ой, конкуренты. Ого, бан получается. Это ты называешь фугас? Это бан! Это бан! Джан-Клод, вам бан. Дерево упало в целом. Перед тобой дерево упало. Я знаю. Моя бывшая, походу, приехала. И спотыкнулся. Чё, блин? Мой засвет. Блядь, левша, ну получается... Получается, по засвету гели. О, сейчас получает 268. Я свечусь, кстати. Ну я типа стараюсь. А у тебя есть кумысы на этом танке или только ББХи? Подкалиберы и ББХи. Левша, не, ну некрасиво получается. Получается так. Ну ладно. Хорошо, что ты признал, брат. Уважение тебе. Да. Ну ладно. Ой, это просто забей. Что за бои с вами, ребята? Ну ты сколько с марки дала? 3600! Боже! 3600 с марки? Ну, это почти... Не, ну... Это ничего! Это почти 3700. Это почти 3700. Ну еще я на шестом этаже, это как седьмой, но пониже. Плюс по остаточному засвету. Никогда не забывай про это. Это важно. Зачем я вас позвала? Боже, зачем я вас позвала? Ну, назад дороги нет. Я уже жалею в некоторых моментах. Как говорится, сел в повозку. Будь добр. Ехать. О боже, вот, а так представь, замуж вышла, проходит 20 лет, такая, да зачем я вышла замуж за тебя? А все уже, все, да мне кажется, раньше. Через год уже взвоешь просто. Не-е-е, и год наслаждаться будешь. Так, по кайфу, что делаешь? Я у нее в голове уже. Этого не может быть. Этого не может быть. Я до матки достану, да? Такой, о, господи. Шах и матка. Так, все, Геля, я готов. Слышь? Короче, артовод кидал по Айсу седьму, который засветился, и подал мне пробитие. Дал, ушел. Я гонгон на Айсу седьмом, не прячься за мной. Як по ЗС-100 моя. Пожалуйста, умоляю. Она очень далеко, Геля. Да, ой, очень далеко. Ё-моё. Ну, у нас есть два артовода, поэтому будет все хорошо. Да, так артовод накидывают, там в центр может кто-то кидать. Нет, они не накидывают, они промахиваются. Они обязательно попадут. 360, ну спасибо. Ох, гриль, блин, что там дал, не пробил меня. Да, блядь, меня артоводы убивают. Ай, дерево сломал, я понял. Такое красивое лицо нельзя отрывать. Передай, о, мой, майн. Я промазал. Ребята, лица, вы лица. Чё? Хорош. Слава богу. А, я дал 1-4-4. Хоть на кого-то там надежда есть. На кто это? 60 тп. Семка твоя? Должна быть моя. Да ладно, блядь, а как так снаряды попадают? Вы чё, издеваетесь надо мной, оба? Вы чё? Скрестим стволы, брат. Да выйдем из-за него. Шлаги, сударь. Ребята. Женщины не нужны. За что? Без баб. Да я прошу вас, но вы давайте вы попадете, а потом будете скрещивать все, что вам вот вообще думаете. Я прошу, я умоляю вас. Я тоже, кажется, ухожу. Он промазал. Хорош, красавчик. 1750, все отлетело. Если бы я сейчас не попал, это было бы максимально. А играй просто и дамаж, заезжай в спину и дамаж убивай. Дамаж, Гель, тебе сейчас просто надо дамаж. Да. Сейчас я постараюсь. Мы затащим это бой сейчас, увидишь.